Доброго времени суток, друзья. Возвращаемся в Сталкер Тень Чернобыля. Я думаю, что... Опа. Выполнение сейчас квестов будет самым подходящим. Что? Так, тут такие... Ай-яй-яй! Как я так-то, а? Ой, туплю вообще конкретно. Так, ускоримся. Кстати, ускорение, вот оно. Забыл немножко. Да, эти звуки. Так, ну что, с чего мы начнем? Так, можно сказать. Первым делом, ну сейчас сходим вот сюда, вот возьмем вот это вот. По свалочке. И вон нужно убить бандитов, да? Убьем бандитов и, возможно, вернемся... Ну ладно, сейчас по свалке, я думаю, походим. Вернемся, я думаю, что вернемся вот к Сидоричу первым делом. Потом сходим, еще убьем торгового представителя. Тут надо было с одним военным, да? Он где-то там находится, в болотах. Ладно, сейчас первым делом убьем вот этих вот ребят. Но для того, чтобы добраться до этого места, нужно... Ну, давайте соберем весь хабар, который только можем. По мере возможности, вот так вот. Звуки... Так, здесь у нас пусто, да? Тут у нас... Тоже пусто, ладно. Без проблем. Так, единственное, что может быть... Опа, там плоть. Плохо, так это то, что тут могут оказаться... радиация. Самая большая опасность. Так. Ну я же говорю, тут радиация есть. Надо ускориться тогда. И мне нужен глаз. Нету глаза. Глаза нету. Вот он. Так, отлично. Еще один артефакт. Это что, новый какой-то артефакт я нашел сейчас только что? Нет, это скорее всего гравий, который уже был у меня. Ладно. Возвращаемся на свалку. Возвращаемся. Попытаемся сейчас убить именно... Убить отряд. Отряд бандитов. Где-то там. До туда надо еще добраться нам, да? Первым делом. Так, по большей части буду смотреть. Побольше буду смотреть на. Под ковшом. Возле экскаватора, кто-то сгинул в аномалии, рюкзак, видно, и достать тяжело. А, достать тяжело, ладно, это потом. Тяжело достать, значит, не очень простой путь. Так, здесь это вот во время перехода, да? Ничего не... Так, ладно. Ну ладно, вернемся сейчас сначала вот именно что на свалку и выполним это задание. Потом пойдем, я думаю, на НИИ Агропром сегодня не пойдем. Пойдем в следующий раз, сейчас пойдем к Сидоричу. Все-таки нужно кое с чем разобраться. Может быть, взять задание убить торгового представителя. По-моему, у него было такое задание. Так. Музыка явно изменилась, стала более реалистичной. На мой взгляд, звуки. Я имею в виду не только музыка. Сталкеры. Где-то вот тут вот. Так, ладно. Не пойду я под ковш, потому что там тяжело сейчас достать, а там, наверное, бандитов очень много. Выждем время. В следующий раз сходим. В принципе, здесь, наверное, еще заданий много у меня будет. Впереди перегруз, да, идет? Да, очень большой перевес. Кстати, может быть, если у меня большой перевес, может быть, что-то можно продать будет, да? Привет!
Что можешь интересно рассказать? Ну, есть у него что рассказать. А в принципе, мне нужно... Давай вот... Ага, у тебя денег до хера. Да 20 уже! Так. Что-то у меня тут есть запас, да, большой? Водочки. Чтоб тебе было поприятней. Так, консервы, колбасы, много мне не надо, то есть, да? Пускай они остаются у тебя, так, это все, пускай остается у меня. Кстати, жекан мне не нужен. Он много весит, а стоит, вообще ни хера не стоит. Так. Ну, вот, наверное, и все. Нет, давай еще. Водки я много таскать с собой не собираюсь. Так. Вот ты хорошо. Не намного я, в принципе, улучшил. Перевес все равно идет у меня. Ну, можно что-нибудь покушать, да? Хлебом закусим. Отлично. Вот, перевеса сейчас нету. Фу, давай пройдем именно вот тех бандитов и выйдем как раз на свалочку, где нам нужно... Работенка. Что ж там у нас с ней? Ага, значит, смотри, грохнуть кодлу бандитскую на свалке сможешь? Так, ладно. Там, наверное, не один их там будет, их много. Я постараюсь, в принципе, да? Эти звуки. Там вон бандиты стоят, я вижу. Я думаю, они не пойдут сюда, если я сейчас вырулю оттуда просто. Ай! Ай! Ах ты, сука, вон он! Ух ты! Ни хрена он меня зашабаркал. Оу, сильно мне досталось. Ладно. Тут одиночки, да, в основном. А что, они сюда пойдут, что ли, да? Может быть, пойдут. Так, музыкальная пауза. Да, вот армейская аптечка есть. Зуб даешь? Я тебе верю, думаешь, да? Так, надо их добить нахуй всех. Собака! Есть голову. Так. Нахрен вы мне нужны, ребят? Может, они сюда не пойдут все равно. Так, ну ладно, пойдем соберем хабар, который тут есть. Колбаса. Отбиваются от собак. Так, там кто у нас? Оружие есть? Убрал. Да ладно, ты меня ночь, я в тебя не лезу. Хлеб. Энергетик. Ладно, я их всех обобрал. В автобусе, скорее всего, да? Не знаю, как... О, аптечка еще одна. Как вы думаете? Но мне кажется, что выполнить это задание будет довольно неплохо. Убить этих самых бандитиков. Там их довольно немало. Может и мало. О, такой ветер. О, вон они. Ни хрена их там. Ой-о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 й. Ни хрена они бабахают. Не так-то просто.
Я его попасть не могу. Ты где? Иди сюда. Бля. О, падла. Где-то спрятался. Ладно, я все равно пройду. Вау. С этой стороны еще двое. Трое. Я попасть не могу, блин. Так, аптечку, аптечку. Отлично. Точно цель. Так, аптечку. О, бинт, бинт, бинт. Как ты, сука? Когда ты... Есть, вынес. С этой стороны не видать. Вон он идет, там, да? О, вот он! Бляха-муха, с той стороны спрятался. Там их, там их трое, бля. Прятно. Так, аптечка. Напряжно, напряжно. Где он там? Вон он обходит, да? Есть. На тебя... На тебя пулю-то жалко. Нормальную, да? Так, посмотрим, что у них тут есть. Вау, 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 вау. Где он? Ты где, скотина? Вон он. Где-то там. Он один? По-моему, да, по-моему, он один. Сука, он меня долбит, как... Как так надо? Вон он, вон он, вон он. Вот и все. Так. О! Круто, круто, круто. Так, это патроны обычные. И все, возьмем только жрачку и более-менее нормальные патроны. Кто тебе влепил? Там, по-моему, только собаки. Кто тебе мог влепить? На? Так, здесь... так вот, тут больше никого нет. Винтик можно было подобрать, я чуть не стал брать. Ну ладно, конечно. Так, вот эти патроны возьмем. Где он? Так, ну там... В том углу. Просто интересно, есть там кто? По-моему, живых там нету. Ну, там бандитский лагерь. Вот, бандитский лагерь. Тут есть артефакты. Надеюсь. Или нету? Так. Давай вот тут вот какой-то артефакт он лежит. Вот один возьму. А до того мне не достать, да? А, нет, вот можно. Можно пройти. Артефакты дело хорошее. Ай ты! Вот это звук. Так, давай-ка мы... Чтобы... Все, хорошо.
Так, с этим заданием справились. Я думаю, сейчас можно уже уходить. Колбаса и вся херня. Все в порядке. Так, задание выполнил я. Самое, что ни на есть простое. Сейчас, я думаю, вернемся к Сидоричу. Я не пойду. Не пойду я в этот, как он называется, на Агропром пока. Сходим после возвращения к Сидоричу. Так, вот тут на свалке что-то есть, да? На куче мусора в трубе полно хабара. Ладно. Расслабься. Говорит сталкер, расслабься. Так, вон там он еще два бандита. Нет, это все делишки, это все неинтересно. Так, это я тут складывал все автоматы, да, которые я насобирал. Его можно выбросить. Все хорошо, запас есть. Он один остался. И что, он от собаки отбивается и отбиться не может? Охренеть, ну как так можно? Собака всех завалила. Кого только могла. Вот не собака. Учатся ничему некоторые, и вообще не учатся. Крышу срывает от радости. Во, сколько патронов. Смотри-ка, а. Блин, я передвигаться не могу. Ладно, тогда сделаем вот как. Вот. Этот автомат положим сюда. По весу у меня все равно перебор идет. Ну, давай тогда, может, парочку водочки. Так, он будет лучше. Запас у меня есть, да? Отлично. Возвращаемся назад. Надеюсь, не очень муторно было все. Здесь у нас... вон там он, на свалке. Блин, я вот не боюсь туда идти, потому что там бандиты все-таки. Ну, по крайней мере, вот. Наших ребят кто-то положил. Так, в общем-то, все нормально. Ладно, возвращаемся назад к Сидоричу. Вернем, выполним квесты, которые я не сделал еще. Возьмем еще квесты. Еще раз сходим туда, может быть. Я хочу полностью, я уже об этом уже говорил, что хочу полностью пройти эту игру. С самого начала до самого конца. Чтобы не пропустить никаких квестов. Ну ладно, переходим в другую локацию. Я вот не знаю, честно, как-то все получается очень просто. Здесь сейчас одиночки как бы собрались в большой круг. Музыканты, я сейчас соберу то, что... Слушай, ну как стоять? Одному нравится, другому нет. Разбивались тут в стае. Ну точно звери по цвету шкуры. А они как раз больничают. Так, там собаки впереди. Они могут меня напрячь, да? Так что лучше, я думаю, там бандиты идут. Это бандиты там идут, да, с твоим отрядом? Там их четверо или трое. И собаки, 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 собаки. Да, там не одиночки. Из бандитс. Псевдо-собака. Положили. Положили собачку. Хвоста нет, жаль. Так, а чё бандиты?
кучкуются. Вот они. А, они пошли туда, в ту сторону. Ну ладно, значит, они мне не опасны. Так вот можно сказать. Фух. Отлично. Если я не буду торопиться, они мне не будут опасны. Один что-то задержался, я смотрю. Будет лучше всего, если я подожду, наверное, здесь. Сейчас, как бы муторно это ни было, все-таки я хочу отыграть полностью роль сталкера. Именно того сталкера, которым я начинал здесь играть когда-то. Когда я играл первый раз, я, естественно, как и все другие, не знал, что она из себя представляет, эта игра. Собака. Бандитос меня засек. Вернее, я в него высадил 3 пули, и естественно у меня в результате этого. Вон он стоит. Я его вижу. Дима, трофей. Как утра. Собаки могут его убить. Могут не убить. Так, отсюда я его не вижу. Ну ладно. Будем приближаться. О! Попал! Попал, гад. Так, с такого расстояния только, наверное, с АК хорошо будет. Где он? Вон он. Кучкой на меня, да? Ладно, будем отбиваться. Там еще одна псевдо-собака бегает. Есть, одного снял. Какой-то он багнутый. Попался. Сейчас еще раз я это сделаю. Есть еще один. Где? Кто? Стоять! Скрылся, да, парла? Прятались, называется. Ладно, ладно, трое. Ну я с троими, думаю, могу справиться легко. Я не вижу. Здесь еще одного снял. Фух, патронов высаживаю просто кучу. Ладно, сейчас. Далеко. Так, тут одиночка где-то бегает, помогает. Ну давай, помогай. Может, ты мне действительно поможешь сейчас. Все, ты труп. Сколько их там? Двое или трое или? Наверное, двое все-таки. Они тоже с АК похожи, да? Там кто? Одиночка. Так, соберем все, что у вас есть, ребят. А ничего у вас интересного нет. Так, патроны только, может быть.
более-менее такие взять. До собаки бегут. Ну ладно, я думаю, что самое главное разобрали сейчас вот этими вот, группой бандитов, которые, на которых я напал. Не они на меня напали, а я на них напал. Это нужно тоже учитывать. Так, против собак все-таки, наверное, лучше пистолет. Не хочется, чтобы еще одного в одиночку пришибли тут. А хотя могут. Я еще вон тех хочу проверить двух. Я их недавно снес. Так, у тебя тоже ничего нету. Ну, гранаты хотя бы взять, что ли? Так, второй. Собачка без хвоста. Все нормально. Без проблем я прошел. Сталкер что-то лежит, да? Консерва. Там еще две собаки. Сталкер с ними разбирается. Как тебя зовут? Шурик. Шурик. Давай торганем. Есть что у тебя поторговать? 5000. Ну, вообще-то запас у тебя есть. Деньги никогда не повредят. Тем более такие. Сколько у меня уже? 33 штуки, нормально. Хватит. Хватит надолго. Попасть не могу. Так, с военными я встречаться не хочу. С военными я встречаться не буду. Так, там какой-то хабар лежит. Давай-ка соберем его тоже. Где-то он тут, ава. Так, наверное, наверху. Наверное, наверху. А тут, наверное, пройти нельзя. Это, наверное, во второй части можно будет пройти. Не помню уже, честно. Ну ладно, давай проверим, кстати, по карте, где я нахожусь. Найдем себя. Так, вот он я. А где хабар? Нет, подожди, подальше чуть-чуть. Вот. Блин, да что ж такое-то? Какая-то муторная сегодня серия получается, я даже не знаю. Воу, у меня прибор ночного видения есть. Он, наверное, постоянно просто присутствует. Ладно. Странно. Вроде бы в этом не должно быть. Хотя, может, это просто такой рюкзак я сунул на чердак. Ага, на чердак. Пойдем на чердак слазим. Это же чердак есть, да? Или нет? Или, может быть, выше? Ладно, я сейчас перегружен, так что, наверное, не стоит заниматься этим пока. Пойдем к Сидоричу. Сдадим задание, возьмем что-нибудь еще, потом на обратном пути соберем весь этот хабар. Где-то тут собачка, по-моему. Так, там кто? Сталкер? Фух, передохнем секунду. Не знаю, как вам,
А я хочу заниматься этим. Вот эти вот пробежки все по всей территории зоны. Меня вполне устраивает. Такой звук, такая музыка идет. Я накоплю свой двор, чтобы речки и лес рядом. Собак-то сколько... Вон, белая. Да ладно, ты расслабься, альбиносик. Так. О! Артефакт какой-то интересный. Это что за артефакт? Капли. Капли. Ладно. Идем мимо склада, мимо военных. Думаю, к ним заходить все равно не будем. Раз уж решил пройти все досконально, проверить все возможные места, которые я когда-то уже изучал. В прошлой жизни, в смысле, не в этой игре. Вспомнить все старое, все давно забытое, так давно уже это было, когда я последний раз играл ее. Да, это была игра в те времена просто крутейшая из крутейших, когда она только вышла. Насколько вы помните, если вы помните, я думаю, что многие помнят. Действительно, игра. О, еще одна плоть. Мне нужен глаз, блин. Мне нужен глаз. Чё, попасть не могу, что ли? Понимаю. Мне нужен глаз плоти. Они вышли, да? Чё, они будут бегать от меня кругами, что ли? Так, этот сталкер тут так и лежит. Энерджайзер. Где они? Ничего не видели? Где эти свиньи, блин? Осторожно, чужой! Где? Я его не вижу, этого чужого. Чё ты прям... Пугаешь просто меня. О, вот он. Обеих свалил, да? И что, у них есть глаза, нет? О, есть! Оружие убрал. Отлично. Ослабься. Ты ствол-то убери. Все хорошо. Я пошел, возвращаюсь назад. Я думаю, что военных там уже... Вон они, да, стоят? Ладно, связываться с ними не будем. Я просто обойду сейчас тех самых военных, которых сейчас убивать мне ни к чему. Уже. Да и патроны тратить на них. От пистолета, то есть с ПМа, все-таки их не убьешь так просто. А вот насчет того, чтобы стрелять в них с АК, с автомата Калашникова, было бы это очень... Ой-ё. Так, энерджайзер. Так, энерджайзер. Ничего же нет. Так. Ускоряемся, да? Есть, проскочил. Хорошо. Хорошо, возвращаемся к Сидоровичу и сдаем ему задание. Я думаю, что сегодняшняя серия будет закончена, потому что все-таки действительно вот эти вот движения, которые я делал, лишние движения, то есть проходил, бандитов убивал, оно отнимает время так как-никак. И тратится это время. Ну, может быть, просто подольше мы будем играть, чем первоначально, может, я рассчитывал. В том смысле, что вот эти вот возвраты, когда я возвращаюсь назад, да, я повторяю. Так, это я же с ним уже встречался тут где-то, да? Коробочка есть. А, вот она. Кстати, это коробочка. О,
А вот тебе и... у меня, наверное... Нет, наверное, хватит. Хватит, у меня перегруза не будет. Ах! Ёб твою мать! Убил? Ха, вот это охренеть, блин. Вот надо же было ему сюда прийти, а? Откуда он тут взялся, блин? Напугал, напугал. Так, у меня... я две аптечки или три сразу съел. Да. Воу. Блин, пора поменять автомат. Я не думал, что тут так... такое может быть сразу же. На входе сразу, да? Такая херня попадает. А это вертолет, что ли? Боевик, блядь, сталкер какой-то. Так, здесь никого нет. Ладно, возвращаемся в лагерь своим. Свои, может, Сидорич еще даст какие-то задания. Только ветер идет прям. Страшно слышать. Ой, как эта серия мне сегодня... Сегодня как-то... Вроде бы настроение было хорошее. Тем не менее, как-то она получилась, как-то с, как будто я в непонятках такой нахожусь, с непонятным настроением. Но, тем не менее, все получилось удачно. Несмотря на то, что пару раз пришлось умереть, я справился со своей задачей. Я... Тут много, да? 11 человек. Я справился со своей задачей, и сейчас просто... не тот уже кабак пошел. Не тот. Неужто завязывает бак? Кстати, я туда как-то уже заходил в самом начале. Энергетик. С моим перегрузом, да. Энергетик все-таки пить. Я, наверное, оставлю. Подожди, давай сначала все продадим Сидоровичу и ну, оставшуюся. У меня просто перегруз будет, если я соберу. В этом месте, где спрятан хабар, я просто не смогу нести это все. Ну вот я и вернулся к Сидоровичу. Дано негаданно. Сидорович, привет. Хабар принес? Да. Я по поводу задания. Так. Это что, я столько заданий выполнил сразу? Да, нормально. Мне нужна работа, что для тебя есть? Так, торговый представитель, челюсть кровососа. У меня есть, я берусь. Я только что убил одного. По поводу задания. Да. Так, мне нужна работа, что у тебя есть? Торговый представитель, найти усовершенствованный пистолет. Устрани двух бандитов на свалке. Подожди, давай-ка посмотрим, что ты мне можешь купить, что ты можешь продать. Артефакты я пока тебе продать не буду. Все. Нет, я тебе этот не отдам. Братан, ставлю... ты не врубаешься? Нет. Мне нужен реальный товар. Ну-ка, подожди. Давай-ка мы с тобой поговорим о реальном товаре. Я говорю, не очень много стоят эти оружия. Оно стоит буквально... Неплохо. Копеечки. Хороший товар. Так, по перевесу у меня ничего? Нормально все? Так, у Сидорича ничего нету толком. Хорошо. Пить. Ну, будет еще, заходи. 70. Есть, конечно, еще. Подожди, Сидорич. Я не могу так просто от тебя уйти. По той причине, что... Так, а он стреляет... Нормально, стреляет он патронами этими. ПМовские. ММовские.
Так, что можно еще тебе продать? Ну, я думаю, что можно будет продать так вот, вот так вот и... Неплохо. Вот так вот. Хороший товар. Че по весу? Эти патроны, которые я накопил, вот эти вот, они мне пока не нужны. А, во! Жикан. Жикан, 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 да? Патрон дротик, то есть, нет? Не жикан, дротик. Хорошо. Ну, будет еще, заходи. Перевес мне делать. А, о, кстати, и... артефакты, которые... Может быть, мне были бы нужны. Так, сейчас по одному оставим здесь. А лишнее все... уберем. Ладно. Все будет хорошо. Главное... так, вот это вот тоже вернем сюда, колючка. Вот эти все по одному артефакту у меня будут. Для слотов, наверное, все-таки... Так, армейские аптечки, хорошо. Водки много брать не будем, не будем много брать и жрачки. Я думаю, что в запасе тут оставим, в запаснике вот это все. Продавать тоже не будем, а просто пускай оно у меня будет тут. Так, и вот эти вот патроны тоже пока можно спрятать, потому что они мне пока не нужны. Я хорошо справлюсь без них. Да? Я стреляю как раз, по-моему, патронами ММ простыми. Так, что у нас тут еще лишнее? Аптечку одну оставил, патроны эти есть. Так, кстати, зря я эти выбросил, потому что у меня автомат может понадобиться. Да, так вот, вот эти вот выбросим. Ладно, напрягаться не будем. Думаю, что серия сегодняшняя подходит к концу. Так, давай-ка мы глянем. Сейчас глянем на то, что можно тут насобирать. Так, вот сюда, в лагерь бандитов сходить. Сходить сюда, сюда. Но я думаю, что этим я займусь уже в следующей серии. Не будем слишком долго, слишком напряженно все осуществлять за раз. Вот. Так что советую вам, подписывайтесь, ставьте лайки. 49 килограмм, нормально, пойдет. Пишите свои комментарии. Я здесь дальнейшее прохождение этой игры будет также основательно у меня. Я не собираюсь проходить ее быстро, эту игру. Я хочу пройти все, что только возможно. Задание у Сидорыча еще возьму, может быть. Уже. Ладно. Я сейчас просто схожу, соберу весь хабар, который тут есть. Вот это, потом вот это на свалку, в лагере бандитов на АТП. Потом вот тут вот, возле мутантов. Вот сюда сходить надо, и вот сюда надо сходить, да? Danger, не danger, а я с вами прощаюсь сегодня. Подписывайтесь. Ставьте лайки, еще раз повторяю это. Пока, пока.